откроем Евангелие от Луки, 24 главу. Сегодня и завтра в нашей стране люди празднуют родительский день или, не знаю, Пасха святых, называйте это как хотите. Для многих это закончится, я называю это так. Клопическим безумием, да. Потому что, к сожалению, люди вместо того, чтобы всю жизнь, в течение года оказывать почет своим родителям, в один день, извините, ну, занимаются не тем, чем надо. Они думают, что одним днем можно перекрыть всю заботу о родителях. Почитать мертвых, люди будут пьянствовать на кладбище, будут заниматься чем-то непонятным, совершать какие-то языческие ритуалы, освещать могилы, выливать вино на могилы или водку, я не знаю, что там еще. В общем, безумие происходит, самое натуральное. И вы знаете, я себя спрашиваю, почему? Вот почему, допустим, наше правительство не организовывает на Пасху бесплатные автобусы в церковь, а только через неделю и на кладбище. Вот бесплатно на кладбище, пожалуйста. Наверное, это единственный раз, когда человек может бесплатно попасть на кладбище. Все остальные разы за очень дорого. А чего же оно так? Почему жизнь проходит, ничего не меняется? К сожалению, многие людей не ходят туда в этот день. У многих примерно так идет всегда же. И вы знаете, когда я читал тексты Евангелия от Луки, я понял такую вещь, что люди просто не узнают Христа в дороге своей жизни. Или не признают сознательно, или не видят его благости. Поэтому сегодняшнюю проповедь я назвал «Узнать Христа в пути». Вот наша жизнь – это путь. Узнаем ли мы Христа, пока мы идем по этой жизни? Или нет? Давайте мы с вами откроем с 13 стиха Луки 24 главу. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? И чего вы так печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Якобы Иисус не знал, да? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши, для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: о, несмыслимые и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков объяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ним. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, и он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас наше сердце, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание. И вставши, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли
вместе 12 апостолов и бывших с ним, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути, как он был узнан ими в преломлении хлеба. Вот такой вот отрывок. И сегодня мы с вами посмотрим на некоторые важные истины. Первое, что я хотел бы, чтобы мы увидели, то, что Христос приближается к человеку. Христос близок к человеку. Эти два ученика не были из числа 12. Они были из большей толпы учеников, которые следовали за Христом. Они совершают путь. До этого происходит трагедия, друзья, вселенского масштаба. Распятие Христа – это больше, чем когда сбросили две атомные бомбы на Японию. Это больше трагедия. Сына Божьего распяли. И оно имело очень серьезные, конечно, последствия. Ученики находятся в определенном страхе, в недоумении, в сомнениях. У них есть неопределенность, что же дальше делать. Учителя нет. Весь Иерусалим взбаламошен. Евреи против них настроены. Пилат, римляне тоже когда приняли не ту сторону. Стражи вокруг ходят, бегут, обвиняют учеников, что те своровали тело Христа. В общем, все идет против них, все не так. И возможно, эти два человека, они уходили из Иерусалима для того, чтобы избежать какие-то проблемы. Мы не знаем. Мы знаем только то, что они путешествовали и обсуждали произошедшее. Это их волновало. Приходит сам Иисус, присоединяется к ним, к этим путникам. И они его не узнают. Они знают, что Христос мертв. Они его не узнают. Друзья, сегодня много людей идут по жизни. Много размышляют о Боге. Говорят о нем. Задают вопросы. Дискутируют. Где-то доказывают. Где-то с чем-то смиряются. Но совсем не видят, как Христос присоединяется к ним в их пути. Они не видят Христа в самых простых вещах. Мы сейчас посмотрим, в каких. Как будто бы у людей закрыты глаза. Они говорят о Боге, они говорят, Христос воскрес. И идут покупают бутылку вина. Они говорят, Христос воскрес. И при этом позволяют себе ругаться матом направо-налево. Они говорят, Христос воскрес. И идут делают все равно свои греховные. Они не видят благость, которую Господь являет им сегодня. Несколько примеров. Матфея 5:45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над кем? Над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Посмотрите, Божья благодать какая великая. Бог не сказал, что Солнце сегодня должно восстать только над теми, кто в меня уверовал, и давать свет только этим людям. Солнечный свет и тепло сегодня раздается всем по Божьему приказанию. Даже тем, которые поворачиваются и хулят его имя. Даже тем, которые его не признают. Это общая Божья благодать всему миру. Люди игнорируют, открыто заявляют против него, Бог посылает им дождь. Бог посылает им на огороде хороший урожай. И они не понимают, что Христос близок к ним, что все содержится силой Слова Его, и что Христос таким образом своей благостью ведет их к покаянию. Но глаза у них были удержаны так, что они не узнали Его. Люди, совершая зло и получая благость Божию, не понимают, насколько Бог к ним близок. Друзья, подумайте о самых лучших моментах вашей жизни в то время, когда ваше сердце было самое худшее. Это была благость Бога. Это была общая благодать Божия по отношению к нам с вами. У нас у всех есть эти моменты, без исключения. И Христос в этот момент не отвернулся. Наши глаза были удержаны. Мы Его не видели. Люди думают, что они сами ходят в магазины, покупают, работают, зарабатывают, путешествуют. И многие называют это удачей, кто-то считает, что это их заслуга, кто-то считает, что Бог им обязан. Нет. Это все милость Бога по отношению к нам. Мы просто его не видим очень часто.
Вот вам еще один пример, конкретная забота о детях Божьих. Исайя 49 глава, 15 стих, замечательный стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, говорит Господь, то я не забуду тебя». Дети Божьи, верующие люди, посмотрите, что Бог говорит нам. Какое великое обещание. Ну, ближе связи, чем мать и ребенок, нет. И Господь говорит, что даже если такая есть мать, которая забудет про своего ребенка, пошла гулять, забыла его, закрыла дома, вернулась через 3 сутки, все нормально, у нее жизнь продолжается. Есть такие матери, к сожалению. Бог говорит, что даже если мать это сделает, я никогда такое не сделаю. Вот такая у Бога забота есть, вот так Бог к нам сегодня близок. Поэтому, когда люди говорят, Господи, не оставляй, не забывай меня, они либо не знают это место, либо они в него не верят. Бог не оставляет никогда и не забывает никогда. Мы просто часто слепы и не видим Христа. Мы не видим Его заботу. Мы не видим, что через трудные времена Бог есть тот, кто ведет нас. Даже если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, говорит Давид. Почему? Потому что Бог проводит через смертную тень. Верующий человек никогда не идет долиной смерти сам. Верующий человек никогда не проходит трудные времена без Христа. Христос всегда с ним. Посмотрите обетование Иисуса Христа. «Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек». Послушайте, это слово Христа. «И никто не похитит их из руки моей». Нет никого, кто бы сказал Христос, «Сейчас я тебя разделю с твоими детьми». Отец, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца. Бог сегодня близок к нам, друзья. Христос сегодня движется с нами по дороге нашей жизни. И Он никуда не уйдет, Он не собирается. У Него есть обещание. Мы часто Его не видим. Иногда даже обвиняем и говорим, как ты мог меня оставить такие моменты? А Он никогда не оставил. Просто наши глаза, наше неверие не позволяло нам видеть. Посмотрите еще один пример того, как Христос приближается к нам в жизни. Матфея 25 глава. «И Христос близок каждому человеку в виде нуждающегося. Соберутся перед Ним все народы, отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Поставит овец по правую сторону, козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, вы дали мне есть. Я жаждал, вы напоили меня, был странниками, вы приняли меня. Я был наг, вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда они скажут, Господи, когда мы видели тебя алчащими накормили, жаждущими напоили, когда мы видели тебя странником приняли, нагими одели, когда мы видели тебя больными или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Дальше продолжается. Тогда скажет тем, которые по левую сторону, идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам. Потому что я алкал, вы не накормили, я жаждал, вы не дали мне воды, вы не напоили, я был странником, вы меня не приняли, я был наг, вы меня не одели, болен и в темнице, и вы не посетили меня. Тогда они ему скажут, где же мы видели тебя в таком состоянии? Тогда им скажет, истинно говорю вам, то, что вы не сделали одному из меньших сих, то вы не сделали мне. И пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Скажите, Христос близок к нам сегодня или нет? Вы хотите мне сказать, что мы прожили неделю и не видели ни одного человека в таком состоянии? Видели? Если я видел, вы тоже видели. Христос к нам близок. Присоединяется к нам в пути нашей жизни. И иногда в виде людей, которые нуждаются в нашей помощи. Это не обязательно, что голову надо одеть, и кто-то умирает от голода, и вы спасли его. Буханка хлеба, хотя может и такое случиться. Но часто люди закрывают глаза на нужды тех, кто рядом с ними находится. Собственное благополучие уже не дает увидеть. Собственная забота, забота о себе ослепляет нас, чтобы мы не увидели Христа в
в лицах нуждающихся людей. Знаете, это иногда желание безопасности. Не дам руку, чтобы не заразиться. Ну, какой-то болезнь. Не пущу, чтобы кто-то случайно у меня что-то не забрал. Не пойду там посетить кого-то, чтобы как-то это на мне не отразилось. А есть просто скупые, есть просто жадные люди. Чрезмерная озабоченность о себе дорогом. Все это не дает нам увидеть Христа, друзья. Сегодня Христос как никогда близок. Он рядом с нами. Он идет с нами по пути. Если мы не понимаем общей Божьей благодати, мы уже ее понимаем. Если мы не видим личную Божью заботу, а мы уже ее видим, то давайте хотя бы увидим в лицах нуждающихся людях. Мы, как ученики, говорим о Христе, громко проповедуем, заявляем в соцсетях, выкладываем, лайкаем, я не знаю, что там еще делать, фотографируем, размышляем. Рядом находятся люди в виде тех, о которых Христос сказал, есть нуждающиеся. Давайте мы откроем наши сердца. Я не за то, чтобы все бросить и, знаете, кормить всю планету. Я не об этом. Я о том, что Бог высылает нам навстречу, чтобы мы ответили на это в своей жизни. Сегодня нам надо узнать Христа в пути нашей жизни. А Он к нам приблизился. Аминь. Второе, о чем я бы хотел говорить сегодня, это ожидание от Христа. Люди довольно часто не могут увидеть Христа, потому что у них неправильные ожидания. Они рассказывают, Иисус говорит, о чем рассуждать? Ну, как будто бы не знаю, о чем. Такая ироничная ситуация слегка. И он говорит, ты знаешь, вот что произошло. Наш учитель, сильный в слове, пророк, перед Богом, перед народом, все его признают. А вот что с ним сделали. Его предали на смерть, распяли. А мы надеялись, что это именно тот, который должен избавить Израиля. Ну вот уже совсем тем, уже третий день, как все это произошло. Иисус задает им вопрос, зная, что произошло, зная, о чем они размышляют, видя их сердце и зная, какой они дадут ответ. Он все знает, он Бог, правда или нет? Он всегда все знал, всегда все будет знать. Он всегда все знает. Но Христос задает ответ для, вопрос для них самих, чтобы они поняли, где они находятся сегодня перед Господом. Чтобы они увидели свои неверные ожидания. Послушайте, Христос никогда не обещал, что Он перевернет политический строй Израиля. Христос никогда не говорил о том, что Он будет заниматься военными восстаниями и так далее, и тому подобное. Христос никогда не ожидал вас, не обещал восстанавливать царство царя Давида. Хотя люди этого ожидали. Интересно, что ученики до последнего не верили в те слова, вот о чем сегодня Андрей проповедовал. Люди до конца не веровали, что иду в Иерусалим, буду предан, и меня распнут, и я на третий день воскресну. В третий день пришел, они все еще не верят. Бог часто нам задает вопрос. Зная, что у нас в сердце происходит. А давайте такой пару честных вопросов. Чего мы сегодня ожидаем от Господа? Что мы от Него ждем? Что мы от Него хотим услышать? Что Иисус сегодня должен сделать в твоей жизни? Ну, если быть честным, слово «должен» даже неуместно, правда, да? Правильно будет спросить, что Иисус может сделать в моей жизни. Иисус, ты можешь и это, можешь и это, можешь и это. Давай и это тоже. В сердце так много желаний у нас, да? Являются ли наши ожидания от Господа действительно праведными? Мы всегда имеем ожидания. И себя надо спрашивать. Вот этот сложный вопрос. И порой на него мы не имеем ответа. Ну, друзья мои, надо спрашивать себя, что я ожидаю сегодня от Христа? Потому что мы всегда что-то ожидаем. Реально ли вообще мои ожидания? Ожидаю ли я того, что Он собирается сделать? Я вам приведу такой вот пример. Может быть, удачный. Понимание последнего времени. Что должно быть в конце?
Вот у некоторых людей есть такое ожидание, что в конце все будет хорошо. Я не говорю верующие люди, не верующие, я говорю у некоторых людей. Наладится экология, придет мир и безопасность, все будем долго жить. Будем счастливо жить и помрем в полном мире и благополучии. Технологии помогут преодолеть нам самые сложные человеческие задачи. На самом деле, это очень ложное ожидание, потому что Божье Слово дает нам абсолютно обратную картину. Что к концу времени все будет наоборот. Вы почитайте Иезекииля 28-29, 2 Тимофея 3 главу, книгу Откровения почитайте, 2 Фессалоникийцам. Слово Божье учит, что состояние людей на планете Земля к концу времен будет ухудшаться. Что люди будут более изобретательны на зло. С каждым днем они будут себя совершенствовать в этом. Что будет процветание разврата и лицемерия, что будут глобальные катаклизмы и войны. Все ожидают, что потухнет война в Сирии. Она уже столько лет только разворачивается. Друзья мои, никакие попытки сделать что-то лучше не увенчаются успехом. Поэтому наши ожидания, если не соответствуют Божьему Слову, они не могут быть правильными. За последние 15 лет мы видим рост насилия и беззакония. И никакие законы не могут людей изменить. Многие эксперты говорят, что мы стоим вообще на пороге атомной войны. Люди создали искусственный интеллект. То есть они создали робота, они даже... такая женщина, которая даже там лицо искусственное сделали, все. Почему он искусственный? Потому что они создали программу, которую заложили в этого робота, и они задают ему вопрос, и тот отвечает. У этого робота есть эмоции, он сам генерирует правильные ответы. То есть в нем там столько информации заложено. Этого робота уже куда только не таскали на всякие выставки, даже в ООН и так далее. Интересно, что когда его спросили, будет ли он уничтожать людей, если будут стоять на его пути, то она, эта робот, сказала в шутку «да». Понимаете, да? То есть человек создает того, кто будет потом его убивать и считает, что это достижение чего-то. Христос рисует нам другую картину. Христос рисует нам, что все движется к вселенской трагедии. У нас ожидания должны быть правильные. Это всего лишь один из примеров. Вот вам еще один пример правильных и неправильных ожиданий. Тот, кто считает, что Иисус решит все их социальные вопросы. Что вера в Христа поможет мне быть обеспеченным, здоровым и счастливым. Правильное это ожидание или неправильное? Знаете, Христос нарисовал нам другую картину. Евангелие Иоанна, 15 глава, 19-20 стих. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Ну, когда тебя все ненавидят, ожидать благополучия не надо. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Следование за Христом имеет цель, цену какую-то. Вот какие должны быть ожидания, что если я человек верующий, это будет мне чего-то стоить. Но люди живут своими ожиданиями. И вы знаете, часто не могут увидеть Христа из-за этого. Христос так близок. Они витают в облаках. Бог мне это даст, Бог и то, Бог и это, когда Он ничего из этого не обещал. Но у них ожидания. И поэтому они не видят то, что Бог делает сейчас в их жизни. И не видят, что Господь сейчас хочет сказать их сердцу. Как у этих учеников. Чего они ожидали? Мы надеялись было, что Он есть тот, который должен избавить Израиль. Но Он мертв. Наши надежды рассыпались. Неверные ожидания привели к тому, что они не увидели Христа. Друзья мои, это трагично. Это трагично, потому что сегодня... Так же, как и тогда, рядом с учениками, есть живой воскресший Христос рядом с нами. Он рядом с ними, Он воскрес, и они Его не узнают, они Его не видят.
Сегодня и завтра люди будут говорить очень много про смерть и про политику. О чем говорили ученики? Про смерть и про политику. Так или нет? Политика освобождения Израиля и смерть Христа. Вот это то, что наполняет сегодня мозги людей у нас в стране, к сожалению. Есть ожидание, что это изменится, и что как-то то наладится, и все будет нормально. Ну, друзья мои, какие у нас сегодня ожидания от Господа? Мы можем ожидать только то, что Он сегодня нам обещал в Слове Своем. Скажите, такие слова, как «не оставлю тебя и не покину». Что мы можем ожидать? Христос не сказал, я решу все твои вопросы. Он сказал, я тебя не оставлю и не покину в любом твоем вопросе. Мы можем ожидать, что через что бы мы ни проходили, Христос нас не оставит и не покинет. Аминь. Аминь. На днях прочитал статью о Спержене. Все знают, кто такой Спержен? Великий проповедник в Британии. Он не просто был проповедником, он был успешным бизнесменом. Человек, через руки которого прошли миллионы и миллионы долларов, который смог там организовать кучу разных приютов там, и так далее и тому подобное, который за свой счет отстроил церковь, когда сгорел весь Лондон и так далее. Человек, который умер в бедности. Им для того, чтобы прожить на старости лет, его жена продавала мебель из дома, потому что им не хватало на хлеб насущный. Вы знаете, сегодня все абсолютно, кто хотят быть хорошим проповедником, знаете, что они делают? Они учатся у Спержена. Они учатся у него проповедовать. Христос обещал не оставить и не оставляет, независимо от того, у нас в руках миллионы или мы продаем мебель, чтобы выжить. Христос не оставляет никогда. Аминь. Аминь. Это его зло. Те ожидания, на которые мы можем рассчитывать. Но когда человек рисует свои какие-то картины, то он не может увидеть Иисуса Христа. Как важно в пути жизни видеть, что Христос близок, и иметь верное ожидание от Него. Их ожидание должно было быть ожидание воскресения Иисуса из мертвых. Он много раз им говорил, воскресну в третий день, в меня предадут, распнут, но воскресну в третий день. Вот в чем должно было быть их ожидание. Сегодня брат Андрей говорил об этом. Много раз Иисус говорит, вот идем в Иерусалим, вот я буду предан, вот что произойдет. Уже после того, как вошел в Иерусалим, уже и после этого, последнюю неделю, все равно говорит им, меня предадут, убьют, но я воскресну третий день. И у них ожидания не было, у них было другое свое. Мы часто летаем, знаете, так в воздухе, хотим того, чего Господь не обещал, и то, что Господь не собирается делать. Поэтому мы не можем увидеть Иисуса, который стоит рядом с нами, который сегодня воскресший, который живой, который говорит, я тебя сейчас не оставлю и не покину, потому что я живой, я воскрес. Вот я здесь. Вы можете бежать в Эммаус, можете бежать куда угодно. Я буду рядом всегда. На это мы всегда можем рассчитывать. Кроме этого, считаю, что очень важно то, о чем здесь говорится, услышать Евангелие Христа. В дороге нашей жизни важно слышать Евангелие Христа. Они ему рассказывают про все это, говорят, но вот что мы еще знаем. Мы в это не верим, но это знаем. Некоторые из наших женщин, они нас изумили. Они ходили к гробу. Странные вещи происходят. Нету дела Иисуса. А, еще там ангелов увидели. Говорят, что те говорят, что он жив. И вот некоторые из наших пошли туда к гробу и точно пришли, и все как сказали женщины. Никого там нет. Два ученика продолжают свой рассказ. Смотрите, что они говорят. У нас есть все доказательства, что он воскрес. Так или нет? Ну так они говорят, они просто говорят другими словами. У нас есть свидетели, что его нет там. У свидетелей есть от Бога посланный ангел, который говорит, что он воскрес, что он жив. Некоторые пошли проверили, оно так и есть. Мой вопрос, что вам еще надо? Ну что вам еще надо? Вы же сами говорите, что оно так.
или просто это изумляет нас? Ох, какие, ох, интересно. Интересные события развиваются. Пророк, сильный в слове, предан смерти, убит, погребен, и он жив. Вот вам все Евангелие. Вот вам, друзья, полное Евангелие. Иисус, который пришел во плоти, которого распяли, который был погребен и воскрес. У них оно на руках. Но они не веруют в него. Они не верят, что это возможно. Христос близок к ним. И они не видят его. Потому что они не верят в Евангелие. Иисус им когда-то сказал такие слова. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили. Но чтобы послужить, вот фраза, и отдать душу свою для искупления многих. Они знали эти слова, но не верили. Христос сегодня ко всему миру близок Евангелием с собой. Люди слышат благую весть где угодно. Интересно, в один день из строительный магазин. Захожу туда какие-то шурупы покупать. А там кто-то включил радио, мегасамаритян, на полный, и идет проповедь Евангелия. И я не знаю, кто там хозяин, я не знаю, кто там продавец, но мое сердце так радовалось. Думаю, как это замечательно. Как это замечательно. Сегодня по многим каналам проповедуется Евангелие. В интернете. Радио, где хотите. Евангелие почти проповедано уже по всему миру. Довольно часто люди хотят, знаете, как Фома, потрогать Христа, потрогать Евангелие. Его трогать не надо. Не трогать Евангелие. Верьте в него. Верьте в Евангелие. Люди хотят все понять на уровне биологии, анатомии, физики и химии. Пока что-то не почувствую, мне этого недостаточно. Вот если я переживу что-то на уровне молекул, вот тогда. Сколько людей вокруг Христа были, которые пережили Евангелие на уровне анатомии? Масса людей. Вчера коллегой валялся, сегодня он бегает. Вчера он слепым был, сегодня он зрячий. Вчера они голодные, сегодня они сытые. Вчера его ночь мертвая, сегодня она живая. А он все равно начальник синагоги. Вы понимаете, да? Иисус молодец, спасибо, но я остаюсь тем же человеком. Яир. Яир же не последовал за ним. И таких много было. Блаженный не видевший, но уверовавший. Аминь. Уверовавший, а не переживший. Вера это всегда выбор человека. И это не какое-то, знаете, состояние, в которое... Оно, знаете, приходит, и человек по-другому не может. Нет. Раз за разом Бог Евангелием убеждает нас в том, что мы грешники, во-первых. Евангелие всегда рассматривается в трех пунктах. Бог убеждает нас, что мы грешники, и нам оправдываться нет смысла никогда. Никто не оправдается перед Богом, если будет честным до конца. Евангелие всегда нам говорит об Иисусе Христе, второе. Что Иисус за нас, такие грешные, которые не могут оправдаться, пошел на смерть. И третье, то, что Бог дает прощение по своей благодати. Вот вам полное Евангелие. Сегодня никто отсюда не уйдет, сказав, что он не знает Евангелия. Все знают Евангелие, Иисус жив. Сегодня Христос близок нам. Сегодня Бог несет Евангелие по всему миру. Говорит о том, что он любит человека. Люди часто не хотят и не могут увидеть Иисуса. Они просто не веруют в Евангелие. Иногда просто не признавая себя грешниками. Я грешен, но есть тот, кто грешнее меня. Все, Христа не увидишь. Если ты себя начинаешь сравнивать с кем-то другим, ты всегда найдешь кого-то, кто грешнее. А тот, глядя на тебя, будет, знаете, что говорить? То же самое. Он тоже найдет кого-то грешнее, чем он. И это будете вы. Это 100%. Христа невозможно увидеть. Христа невозможно увидеть, если мы не верим, что Он лично за нас умирал на кресте. Молодец, что умер. За всех. Но у меня есть своя жизнь. Это позиция основная.
позиция, знаете, людей. Я верю в душе, поэтому все нормально. Нет, если я не верю, что Иисус за меня лично, за Витю Мыр, за висел на кресте Голгофы, я не могу верить в Евангелие, оно не спасает меня. А я верю, что Христос за меня умирал. Если бы вы все были праведниками, я был бы единственным грешником, Иисус все равно пришел умереть за мои грехи. Я знаю это. Я знаю. Я знаю, что Сына Божьего пригвоздили за меня. Не знаю, если за тебя пригвоздили, за меня точно. Потому что я знаю, какой я грешник. Если я не верю, что Бог дает мне прощение по благодати, я не могу видеть Христа, потому что я не верю в Евангелие. Если я считаю, что я его зарабатываю, заслуживаю, что Бог мне даст, потому что я такой замечательный человек, мы Христа никогда не увидим. Верую в Господа Иисуса Христа и спасешься. Так написано. Последнее. Чтобы узнать Христа в пути, это означает, что нужно иметь личное откровение от Иисуса Христа. Идя дальше с ними, Иисус делает то, что всегда делал. Он снисходит человеку на уровень этого же человека. Вы заметили, что Иисус всегда так поступает? Когда он хотел благовествовать людям, ну, скажем так, не из самых приятных кругов, он просто приходил и садился с ними кушать рядом. Да, он не тащил им там, знаете, какие-то подарки, не говорил, давайте я вас переодену, после этого он просто с ними садился там, ну, блудницы, ладно, посижу с ними, поем, посмотрим, что они скажут. Само присутствие Христа уже обличало. Ну там, мытари эти, которые предатели, ну, пойду к ним домой поем. А что другие скажут? Какая разница? Там душа, которая нуждается. То есть Иисус всегда снисходил к людям. И тут он делает то же самое, он к своим ученикам тоже снисходит. Он возвращается и объясняет им то, что они уже 100 раз слышали. Скажите, а Христос с нами так не поступает? А? Разве Бог не возвращается и не напоминает нам то, что мы уже 100 раз слышали. Всегда. Мы всегда нуждаемся в напоминании. И это его милость по отношению к нам. Иисус использует все методы, чтобы мы его увидели. Вот посмотрите, что он делает. Он не говорит, ребята, остановитесь, сейчас я вам покажу фокус. Исчез, появился. Верите, что я воскрес? Нет. А мог бы, правда, мог бы вот такой. Ну, по крайней мере, мы бы хотели этого, правда? Раз, все, верю. Не поверили бы. 100%. Иисус берет их куда? О, несмысленные, медлительные сердцем, веровать всему, что? Что предсказывали пророки. И написано, что он берет от Моисея, через всех пророков ведет, объясняя им, что все указывало на это, на смерть и на воскресение Иисуса Христа. Что Иисус на самом деле делает? Иисус показывает им ценность Его Слова. Я верю, что если бы сегодня сюда пришел живой воскресший Христос, Он сделал бы то же самое. Ну, все бы ожидали массовое исцеление и кормление и так далее, но я верю, что Христос бы сделал это. Он бы взял бы нас и начал бы от Моисея и через всех пророков показывал бы себя, что Божье Слово о нем говорит. Ничего другого не сделал. Потому что нам это важнее и для нас это лучше. Потому что сегодня есть воскресший Христос рядом, стоит, а позже его не стало. А потом он вообще вознесся, а им как-то дальше нужно было жить. Нужно было жить верой в Божье Слово. Позже ученики будут говорить такое слово. Не горело ли в нас сердце, когда Он говорил нам по дороге и изъяснял нам Писание? Когда горело их сердце? Когда Он исчез? Чудо! Их сердце горело, когда Он изъяснял Писание. Если ты знаешь Бога, твое сердце должно гореть, когда ты читаешь и понимаешь Божье Слово. Вот что Господь хочет. Слово Божие, оно чудесное.
Когда оно входит в душу человека, оно все переворачивает там. Оно все переворачивает вверх дном. Человек, слушая Божье Слово, не остается тем же. Он не остается тем же. Он либо смягчает свое сердце и раскаивается, или он начинает ожесточать свое сердце. И потом ничем его убедить нельзя. Бог совершает свое служение в сердце каждого человека, свой труд, своим словом. В послании к евреям написано: Божье Слово, оно живо и действенно. И оно острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, и, посмотрите, намерения сердечные. Не дела, не слова. Дела и слова, они публичные. Их можно обсудить и людям. Но Божье Слово идет глубже. Оно идет туда, в те наши намерения, которые никто не знает. То, что замышляется внутри нашего разума. Бог говорит: вот там я совершаю свою работу. Вот там я обнажаю так, что никто другой не видит, а я все знаю. И нет твари, скрытой от Него. Но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Все дадим отчет. Друзья мои, нет никакого другого инструмента для полного сердечно-душевного рентгена для определения состояния человека как Божье Слово. Бог ничем другим не пользуется. Его Слово обнаруживает все. И нам некуда скрыться. Ну, можно, конечно, переехать куда-то. Можно перестать посещать собрания. Можно не иметь общения с верующими людьми. Но это ничего не решает. Это только ожесточает сердце человека. Хотим знать Бога, нужно читать и изучать Его Слово. Хотим знать Христа, тот же рецепт. Хотим иметь жизнь вечную, тот же рецепт. Хотим иметь благословение, читать и изучать Божье Слово. Хотите иметь жизнь с избытком? Хотите иметь жизнь с избытком? Читайте и изучайте Божье Слово. Хотите быть угодными Богу, читать и изучать Божье Слово. То, что Христос сегодня сделал, то, что Он сегодня делает, Он сделал тогда. Он показал ученикам, насколько ценно Его Слово без Его присутствия. Без того, чтобы знать, что Иисус здесь физически. Он через Свое Слово присутствует. Если Он считал, что это важно для человека, мы тоже должны считать, что это важно. Мы знаем, когда горит наше сердце, так или нет? Мы знаем, когда Бог совершает свою работу. Это замечательное время. Дай Бог нам смириться и в кротости принять. Христос открывает себя не только через Слово Свое, но и через встречу с Собою. Они приблизились к тому селению, в которое они шли, и Он показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они Его удерживали и говорили: останься с нами, потому что уже день склонился к вечеру. И Он пошел и остался с ними. То есть они Его уговаривали, чтобы Он оставался ночевать вместе с ними, там, где они останавливаются. Написано, что когда Он возлежал с ними, то есть за столом взял хлеб, благословил, преломил, подал им, и тогда открылись у них глаза, и они узнали. Но Он тогда стал для них невидимым. Как только они Его узнали, Христа нет. Как только они Его узнали. Друзья мои, это очень интересно. Они целый день с Ним проводят, рассказывают о своих переживаниях, делятся тем, что случилось. Он целый день учит их опять из своего слова. Посвящает время этому. Идет. Они Его уговаривают, Он остается. И они так и не понимают, кто Он такой. До определенного момента. И как только они Его узнают, Он исчезает. А с Ильей Исаевичем как-то был такой случай. Его нет, поэтому могу рассказать. В 80-е годы, когда он был в бегах за Евангелие, ну, в смысле, дома не жил, за ним власти охотились, чтобы посадить в тюрьму. Был такой случай, он стоял на окраине Кишинева и голосовал на попутке, чтобы доехать до Белграда. Возле Белграда есть село, откуда моя бабушка родом, моя мама, в общем, все их родство. И он стоял, голосовал, и останавливается машина, он садится.
садится в эту машину, оказывается, останавливается мамин двоюродный дядя, который является пресвитером церкви там. Он садится в машину, тот его давно не видел и не узнает. И они едут 180 километров, и он ему 180 километров проповедует. Ну, мамин двоюродный дядя проповедует Ильиса, что он не сдается. Он делает вид, как будто бы ничего не знает. Ну, вообще так, я бы не выдержал, но интересно. Проходит время, они подъезжают в Болград, он спрашивает, куда вам надо, и папа говорит, вот я вот еду в село Васильевку. Он говорит, я тоже, оказывается, из Васильевки. Заезжают в Васильевку. А вам на какую улицу? Вот на такую. Да мне тоже на эту улицу. А вам к какому дому? Ну вот можете там остановиться. А вот тут удивляются, то есть к его дому он его подводит фактически. А Илья Александрович выходит с машины, идет во двор, а там моя мама, ее сестры, там, родственники встречают, обнимают его там, целуют, давно не видели. А он в недоумении, потому что он все это время его не узнавал. Такая интересная ситуация. Ну, 180 километров он ему проповедовал Евангелие. Такие в жизни бывают случаи. И, вы знаете, ученики тут, та же история. Целый день они вместе, Иисус им проповедует Евангелие, они его не узнают. У меня вопрос на миллион. Когда у них открылись глаза? Кто-то скажет, когда поели. Не-не-не. Никогда поели. Когда он взял хлеб, преломил, благословил и дал. Почему именно тогда? Почему не раньше? Что в этом такого знаменательного? Понятно, что Христос голоден не был. Ему этот хлеб, по сути говоря, никакой пользы не приносил. Он был в прославленном теле, мог есть, мог не есть. Но в преломлении хлеба, по крайней мере, в последнюю вечерю, Христос заложил сильный символ. Помните? Его смерть. И когда они это увидели, они его узнали. О чем это нам говорит, друзья? Он говорит нам о следующем. Что пока человек душой своей не поднимется к кресту Голгофы, Христа не узнает. Вы можете ему рассказывать, что вы хотите. Толковать, объяснять. Через пророков, через Писание, через свидетелей, через ангелов, через там женщин. Сводите его на гроб Господень. Делайте, что хотите. Но если человек не склоняет свое сердце и не признает себя грешником, у креста Голгофы он не увидит Христа никогда. Я считаю, что это самый ценный момент в жизни этих учеников. Потому что только на Голгофе происходит прозрение. Нигде в другом месте, когда человек, стоя перед крестом Голгофы, видит себя грешным, а святого Божьего Сына святым, умирающим за его грех. Вот тогда у человека открываются глаза. На Голгофе мы познаем не только свою греховность, мы познаем весь Божий гнев. На Голгофе мы видим свое искупление. У креста Христа мы видим, как мы дороги в глазах Божьих. Меня предали, меня не любят. Неважно, тебя Бог возлюбил больше, чем кто-либо. У креста Голгофы мы понимаем, что нет ничего ценнее в этой жизни, чем Сын Божий. Что можно все потерять, но его не потеряешь никогда. И ради него стоит все потерять, от всего отказаться. Только у креста Голгофы мы познаем, что такое вечность. Только у креста Голгофы мы можем понять и ощутить близость Господа к нам. Только у креста Голгофы мы можем смириться. Нигде, ни в каких других обстоятельствах человек не имеет потенциала смирения. Только когда он приходит к месту наказания его греха. Если вы были на Голгофе,
Если вы там не были, вы не увидите Христа. Если мы не склонили там колено нашей души, мы Христа не увидим. Мы проживем всю жизнь, мы будем много говорить о Нем, у нас будут великие ожидания, будем махать Библией, размышлять, что-то еще. Но если мы не были на Голгофе, мы не знаем Христа. У нас нет от Него личного откровения. Бог открывает глаза только в покаянии. Откровение Христа последнее. Там из личного опыта, конечно. Они говорили друг другу, не горело ли в нас сердце, когда Он говорил нам на дороге и изъяснял нам Писание. Встав в тот же час, возвратились в Иерусалим. И нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Им уже не надо было ничего доказывать, правда? Симон, не Симон, женщина, неважно. У них есть личная встреча с Господом. И они рассказывали о прошедшем на пути, как Он был узнан ими, где? В преломлении хлеба. Они увидели этот ценный момент. Друзья мои, когда люди имеют личную встречу с Христом, как их ученики, их свидетельство становится сильным. Сегодня брат Андрей говорил, мы в прошлое воскресенье говорили, почему люди отдали и отдают свою жизнь за Христа. Они готовы умереть, но не отказываются от Иисуса, потому что они имели с Ним встречу у креста Голгофы. Потому что они увидели в Нем самую великую ценность своей жизни. Ценнее, чем что-либо другое, даже ценнее собственной. В Писании даже есть такие слова, возлюбили больше, чем свою жизнь. Возлюбили больше, чем свою жизнь. У них было личное убеждение о том, что Господь Иисус воскрес. Не знаю, как вы. Я имею личное убеждение о том, что Иисус воскрес. Я Его не видел живьем воскресшим, но я был на Голгофе. Я был у креста Голгофы. Я знаю цену, которую Христос заплатил за мои грехи. Иисус жив сегодня. Сегодня Он близок к каждому из нас. Сегодня мы имеем много свидетельств того, что Иисус присоединяется к нам в жизни. В общей благодати Бог показывает, в личных обещаниях, в виде нуждающихся людей, Христос говорит, что Он близок. Христос говорит о том, что у нас должно быть правильное ожидание, чтобы видеть нашего Господа. Не надо рисовать картинку. Читайте Божие Слово, изучайте, и вы увидите, что мы можем ожидать и должны ожидать от Господа. Сегодня тоже Евангелие для всех, что и всегда. Сегодня Бог открывается каждому. Бог хочет, чтобы мы, уходя отсюда, пошли другим об этом стали. Аминь. Аминь. Христос воскрес, друзья, Он жив.